Всем привет, ребята, с вами Геймер, это Шелтер, играем, да? Выживание, у нас уже есть ячеечка выживания, средняя сложность. Мы уже начинали, значит, что это такое? Журнал, посмотри. Задание, нет? Чё, активный день один. Чё это? Вроде что-то было написано, ну ладно. Значит, тебе надо помыться, мужик. Тебе надо помыться, принять душ, мыло. Кто-то идет. Кто это такие? Я истощен. На складе воды больше нет места. Пацаны, вы кто? Я хочу с вами побазарить. Неважно, что там это как-то сяк-то. Кто-то есть. А, или они сразу. Они сами спустятся. Блин, я не вижу. Я не вижу. Они сами спускаются? Ага, они сами спускаются, смотри. Они сами спускаются. Не знаю зачем, правда. Когда звонит незнакомец, в ваше укрытие зашел путешественник. Вы можете обращаться с ними по внутренней связи. Иногда вы можете торговать с путешественниками, а иногда нанимать их. Однако будьте осторожны и не пускайте внутрь, кого попало. Ну блин, ну давай, женщина, спускайся уже. А, или тебе нельзя. Ты можешь спуститься. Спускайся. Так, ты что у нас? Ты у нас просто уставший, да? Ну ты у нас кто? Ты у нас ничего не хочешь? Ты у нас не хочешь ничего. Так, просто поговори, давай. А чё чинить? Кого чинить? Ответить. Чё за конё? Ты чё? А можно переводчик, пожалуйста? Почему здесь не перевели? Воды, давай переводчик, я сам врублю. Так, какой определить язык? А ну-ка покажите, пожалуйста, что вы там мне говорите вообще? Так, а ну-ка. Кажется, ты неплохо справляешься. У вас должно быть хороший большой склад, наполненный припасами. Мы, конечно, можем иметь дело, но твои товары не совсем дешевые. Что? Не понял. Кажется, ты неплохо справляешься. У вас должно быть большой склад, наполненный припасами. Мы, конечно, можем иметь. Мы не имеем к этому дела, но мои товары не совсем дешевые, да? Время торговать. Вы можете обменять ваши предметы, привела вам большую сделку, некоторую плохую, а как вы будете торговать, решать вам. Торговля. Ага. То есть у нас есть электрическая плата, с электрические соединения, используем систему улучшения для изготовления. Батарея. Необходимо электричество. Произошло улучшение тра-та-та. Сухой паёк. Пружина с включением металла. Очень упругие. Труба у меня есть. Это есть. Петли мне надо, наверное. Провода. 4. 4. 7. 10. Это что вообще такое? Магний. Символ элемента магний. Подрядковый номер. Коэффициент используется для создания предметов. Типа, даже если. Вот я взял вот это, да? Ага! То есть ценность предмета, понял, 46, да? Труба к одному равно. Доска к одному равно, логично. Металл к двум равно. Ага, бензин, в принципе, жалко отдавать. Уголь к двум. Это что? Выключатель. К одному. Фигня. Понял. Мотор. Электрический мотор используется система улучшения для создания предметов. Три. Блин, дорого они все это определяют. Противогаз 10. Телек сломанный, блин, не годится. Только манекен тоже не годится. Им что попало, не отдашь, в принципе. Но я думаю, это мне пригодится. Я не знаю, что им отдать такого. Гвоздь 1. Металл 1. Но бензин я точно не хочу отдавать. Что это? Канистра бензина, канистра бензина. А, вот, пишет 15, 10. 10? Сухой паёк? Серьезно? То есть обмен 1, 4, 3, 1. Ага. Вот так вот это работает. Давай, значит, вот так вот сделаем. Вот так вот. Три пайка, ты мне вот эти микросхемы. Давай, торговля. Да. Сказать, больше нет места. В смысле нет места? Хотите сказать, что у меня что-то случилось? У меня место забрал. Так, девушка, ты идешь спать? Спать. Так, ты у нас идешь просмотр. День 3 удивляюсь, как этому человеку удалось произвести все эти вещи на повозке повсюду.
сказать, что для этого потребовано время, но ему удалось отыскать все детали для старого фургона и использовать его в качестве транспорта. На самом деле, вполне разумно. Так, где у нас пацан? Пацан, иди создавай что-то. Создать предмет. Веревка, не хватает веревки. А, короче, вот что я могу создать, то есть. Угу. Натяженный потолок, прикрепление куска древа, напряжение потолок использовать, чтобы ставить ловушки внутри укрытия. Ловушка может быть установлена только, если рыб пытается ворваться внутрь. Ага. Сумка с ручками. Дает две дополнительные ячейки. Понятно. Комната укрытия. Большая бетонная комната. Давай-ка, а где комната укрытия? Где-то тут? Или тут? Снизу, в принципе, не поставишь. Давай-ка здесь бетонную... А он на разборке! Погоди! Не, пацан, пацан, погоди! Погоди, 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 погоди! У нас на разборке сделать... А как ты разбирать предметы? А как разбирать предметы? Я прикол. Так, улучши, давай-ка улучшай. Продолжить. Бля, пропал пацан, прикинь. А куда он пропал-то? Так, отматываем теперь. Типа все всё делают, да? Легкая болевая буря на поверхность. Кто-то звонит. Стой, 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 стой. Кто-то звонит, кто-то звонит. Думаю, пёс голоден. Так, погоди, его надо покормить. Какой принять душ? Заполни миску. Я истощен. Ты спать хочешь? Чё? Да, реально спать хочет. Да сейчас, 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 погоди. Блин. Пожалуйста, отмени радио свое, иди поговори. Когда кто-то, да, звонит. Чё, Дженет? Эй, есть там кто живой? Я получил хороший товар для обмена. Хотите заключить сделку? Давай, что у нас за товар? Нейлон. Нет. Магний. Нет. Вернуть. Нет. Короче, нет. Да, отменить обмен. Хочу я с тобой обмениваться. Так, значит, значит, что у нас? Водяной фильтр надежный, кислород фильтр. Улучшить. Вместимость. Повышает потенциал, увеличивает емкость топлива генератора, повышает долговечность генератора и увеличивает эффективность использования топлива, снижает скорость его сгорания. Ага, вот куда провода надо и вентиль. Угу. Так, значит, ты у нас что хочешь? Ты у нас спать хочешь, да? Ты у нас что хочешь? Ты у нас тоже спать скоро захочешь. Так, мужик, ты пока знаешь, что? Ты нам сделай, создай еще один этот спальный мешок. Вот так вот. Девка, ты у нас заправка. Добавить топливо. А ты, пацан, у нас сделаешь переустановочку. А что, не хватает места, что ли? Че? В чем прикол? Чего места-то не хватает? А ну? А прикинь, тут места не хватает. Загрузить, выгрузить. Блин, прикинь. Места не хватает. Ну ладно, значит, ты идешь спать. Ты идешь спать. Хорошо. Это мы сделали. Кто-то опять идет, бляха. Надо так делать. Ты в туалет хочешь? Иди в туалет. Типа каждый делает, что хочет. Погоди, мне же только же показывали, что водяной фильтр, кислородный фильтр что-то делает не так. Надо взять костюм. Да, она ходит в туалет, ходит в туалет. Еды, кстати, мало осталось, заметь, еды мало осталось. Надо в экспедиции. Что не так? Что с тобой не так? Все хорошо? Вот все хорошо. Значит, начать экспедицию улучшить. Улучшить, что улучшить? Сканирование привлечь кого-то с помощью передачи. Шанс привлечь кого-то с помощью передачи 40%, увеличить времени сканирования радиостатут на 75%. Ага, понял. А что еще можно? Допустим, давай сканировать радиочастоты не надо. Группа. Последнее посещение, которое можно найти. Древесина, горящий сухой паёк, труба. Маленькая ферма, маленький дом. А у меня воды нету, слушай. А как мне принять душ, очинить, разобрать... Планшет, перейдем дальше. Давай-ка начать экспедицию. Нет, у нас пока что только Лиза. Следующий человек. Карта. Требуется вода 30.
То есть у меня 30 воды уже стало, или что, или как? Подтвердить. В маленький дом она идет. Давай. Нет, без питомца, без питомца. Без питомца, без оружия, это как-то страшно будет, слушай. Ну ладно, попробуем. Установить. Давай кабинчик возьмем. Подтвердить, да. Так, а ты у нас, пожалуйста, иди улучшить. Увеличить частоту, с которой кислород заканчивается в укрытии. То есть позволит вам содержать в нем 6 человек. 8, 11, 15. Нифига себе, много. Повышает долговечность кислородного фильтра на 10%. Увеличит кислорода фильтра. Хорошо. Значит, сколько у меня тут воды? 27. Слушай, оно наполняется. Улучшить. Срок очищения фильтров на 25. Долговечность позволяет очищать воды больше за секунду во время дождя. Ага, то есть из-за дождя, да? Так, ну тут 63. Тут 34. Давай чинить. Блин, получается, тут надо все время что-то чинить, все время что-то искать. И разборка нам, получается, не нужна, потому что я не могу ничего пока что разбирать. Так, давайте, пожалуйста. Что там? Привет, Лиза, я на связи, я наткнулась на маленький домик, и похоже, что там что-то нехорошие вещи, хочешь заглянуть, давай, не останавливайся, смотри место. Мне кажется, ее там сейчас убьют. Ля, собаки прикольно, она сейчас вылезет сверху, стопудово. Чекай, да, реально. А, Барсик, здоровье, 88, отлично. Ой, капец, она там долго. Ой, она спать хочет. И чё, ждём? Кажется, тут какая-то передача. Да ладно. А, то есть я не могу пока... Ага, могу переключиться, хорошо. Во, всё, ему спать уже не надо. Так, передача. Нет, назад. Сканирование частоты, принять сообщение. Лиза, на базу, я нашла кое-что. Маленький домик, там тебе интересно изучить предметы, давай. Прятанный предмет. Сейф. Этот предмет пока заперт в крепком сейфе. Вы можете скрыть замок и забрать их, если у вас будет набор отмычек. Ага, то есть я не могу забрать это, окей. Рука, игрушка снимает стресс у детей. Пластина снимает стресс у всей семьи. Старый поломанный телевизор, если переработать. А как его переработать, я не знаю. Поэтому я не знаю. Да. Все, возвращайся. Давай быстрее. Жажда, член семьи, укрытия, жажда, питье. Давай. Кто-то хочет пить. Все хотят пить, наверное. Блин, они сейчас все есть захотят, а у меня скоро еда закончится таким темпами. Еще и собаку кормить приходится. Капец. Было бы легче, если бы я обследил бы сразу за двумя. Ну, типа, не столько. Уже столько это много вообще. Так, восприятие расположения плюс один. Так, взять всю. Подтвердить. Да. Сказать, больше нет места. Есть место, кому ты врешь. Так, значит, ты в туалет хочешь, иди в туалет. Стирать. Ты есть хочешь, иди ешь. Принять душ. Так, ты спать хочешь, иди спи. День 5. Иди спи, говорю, блин. А ты еще сдохнешь. Так, теперь сходи в туалет. Так, теперь надо попить. Надежность топлива генератора. Ага, топлива в инвентаре еще хватает. Значит, теперь тебе надо сходить принять душ. Теперь тебе, наверное, надо принять душ. Хотя нет, ты еще потерпишь. Так, ты... Стоп, вернуть костюм. Сначала вернуть костюм, заебал. Взять костюм. Ну, а вернет, это возьмет. Это сейчас моется. Так, пацан у нас вернулся, а надо поесть. Я истощен. Ты истощена, а не истощен. Не надо мне тут врать. Мари спать. А дождь? Логично, что дождь. То есть набор воды теперь лучше. А, то есть оно чинит, ну, постепенно, то есть оно не все чинит, я понял. Так, мужик, значит, ты у нас идешь в Expeditions. Ты у нас тоже одевай костюм. И погнали в Expeditions. Что ты хочешь? А что не так? А, это жажда, бля, это не еда, точняк. Так, передача, значит, передать. Начать экспедицию, так, хорошо. Следующий человек. Ее. Карта.
удалить ориенти... Оу, как много... Какая большая карта, слушай. Какая большая... Как много вещей. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Как много дофига всего. Ну ладно, давай маленькая ферма теперь по-быренькому. Или куда? Или в лес. В лес страшно. Но надо сходить. Там еда. Там еда стопудово. Так, точность минус 5. Требуемая сила. Сила возьмем. Установить. О чем разница между той древесиной и этой? Ну ладно, не важно. Так, следующий человек. Нет, не следующий человек, бит возьмем. Следующий человек. Блин, оружия нету. Сила 1, слушай. Сила 1 вообще оружия нету. Я не знаю, что ей давать тогда. Что вот ей можно дать сейчас? Вот вообще ничего нельзя, согласен. Резина. Отправить группу, короче. Не забывайте найти переводить, если вы уверены, что хотите отправить в экспедицию без противоядия. Есть высокая вероятность, что вы получите дозу облучения в радиации. Ага, вот оно как. Вы готовы отправиться в... Нет. То есть надо обязательно одевать их. Установить. Нет. А как назад? Хотите прекратить? Да. То есть, костюмы? А костюмы зачем тогда, в смысле? Или вам пофиг на костюмы? Или костюмы чисто тут ради этого, для забавы? Больше нет места в воде. Хорошо. Следующий человек. Возьмем девку. Следующий человек. Возьмем собаку. И в лес. Да. Значит, Дэвиду берем палку установить и противогаз. Ей только противогаз и бинт. Отправить. Да. Хорошо. Значит, что теперь? Что теперь? Где кто у нас остался? Значит, ты у нас остался. У нас остался, что это, какашки? А что это, какашки или что? Что это такое? Что оно валяется? Малый ящик. Ага. А еды нет у нас вообще? Ноль. Две еды где-то показывают. А где две еды? Я что-то не вижу нифига. А где две еды? Погоди, две банки. Где у нас? Что-то не вижу, где банки. Непонятно, ладно. Так, давай-ка посмотрим, что мы можем создать. Лестница. Лестница нужна. Лестница, я сомневаюсь, что она нужна. Малая бочка для воды. В принципе, ресурсы. Мало позволит вмещать... Противогаз. Угу. Что нам надо? Крысоловка. Крысоловка-сжигатель. Аптечка. Позволяет вам удалить лишние предметы из инвентаря и внезапно получить топливо для генератора. Ага. Так, сумка с ручками. Ну, сумка с ручками она пока не нужна, в принципе. Уровень 2. А, вот, теперь я могу второй уровень. Смотри, малый ящик, хранилище, хорошо. Средняя бочка, хорошо. Походный душ служит. Походный туалет служит для облегчения нужды. Ага, это не походный душ, ладно. Кровать. Односпальная, не очень удобная, но можно спать лучше, чем на полу, мешает усталость. Полка для хранения книг, чтения книг, снимает ресурсов взрослых. Маленькая кладовая вмещает 30 продовольствия. Краски, краски, краски. Это что, импортный переработчик? Импортный какой-то переработчик. Огнетушитель. CO2 используют для тушения огня. Гранаты какие-то еще есть. Прикольно, все прикольно. Коробка для игрушек. Прекрасная, снимает стресс у детей. Бинокль. Хороший душ. Удобная постель, в которой можно хорошо спать. Двухъярусная постель. Давай-ка так, давай-ка что мы можем улучшить. Давай-ка что мы можем улучшить. Верстак мы можем улучшить. Верстак мы не можем улучшить. Мне нужны веревки. Они ушли только, да, мужики? Блин, там крыса побежала, прикинь. А где собака? Собака не сдохла? Где собака? А собака срет, слушай. Собака срет, а как убрать? Собака срет, а как убрать это? Планшет, открыть планшет. Спальник. Генератор, укрытие, дверь, укрытие. Туалет, ведро. Давай-ка починим, что ли? Пускай пацан починит все. А можно и улучшить. А, не, нельзя улучшить. Петли я, блин, так и не купил. В смысле? Вроде же я покупал их. Блин, еда нужна. Где еду взять? Так, она хочет и в душ, попить. Давай сначала попьешь. Хорош спать. Иди пей. На складе воды больше нет места. Типа вся вода, да? Конечно, тридцатка, я понял. Так, теперь ты идешь принять душ. Теперь
Я иду смотреть, кто что. Ага, вот эту передачу, я понял. Мы нашли в пустыре очищения. Мы нашли на пустыре очищения. Посмотреть, что это. Осмотреть место. Давай. Блин, я думаю, что их убьют. Я думаю, что их там убьют просто. Вот реально. Это кажется. А где собака делась? Ага, все, понял. Это похоже, что на этом месте очищения есть кое-что полезное. А, изучить предметы, давай. Страстоцвет. Яркий цветок вместе с страстоцветом используют для приготовления самодельного средства против стресса. Кора дуба. Используем для приготовления самодельного средства против радиации. Чеснок. Около 7 тысяч лет. Амортизирует, чтобы использовать самодельный антибиотик. И древесина. Получаем при источке дерева. Похоже, что это дерево очень плотное и твердое. Используют для создания предметов. Закопанные. Набор старателя надо. О, господи. Еще какой-то старатель нужен. Прикинь. Так, теперь опять спать тебе надо. Да ты заколебала, слушай. Тот тебе спать, тот тебе ссать, тот тебе срать. Еды нет уже. Ага, зайцев надо ловить. А как зайцев ловить? А, создать предмет. Так. Создать предмет. Это ловушка, это крысы, это веревка. Как веревку сделать? Почему я веревку не могу сделать? Банка краски. Ловушка с банкой краски. Может привести к веревке, подвешенной на потолку. Это классическая ловушка, может остановить внезапного гостя, который прорвался в ваше убежище. Необходимо натяжная полка. Можно установить ее, он имеет остановить внезапного гостя. Короче, 40% восстанавливает. Окей. Пацан, ты чё, как вообще? Низкая. Тая. А я еду не смогу насыпать, у меня нет еды. Ну ладно, давай это отмотаем все. Мне кажется, все плохо кончится, реально. Восприятие хорошо, спасибо. Вы можете передать этот предмет, для него нет места. Как для него? А как нет места? А что его? Вернуть. Дать. Хорошо. Самодельный антибиотик. Стресс. Палка. Подтвердить. Да. Типа у кого-то остались предметы или что, или мне кажется. Так, значит, голод. Голод, ничего не сделаешь. Передача, начать экспедицию. Хорошо, давай-ка этого человека отправим. Одного отправим, знаешь, вот сюда. Что это такое? Очищение. Последнее очищение. Кора дуба, страстоцвет, предметы, которые можно найти там. Неизвестно. Маленькая ферма. Давай на маленькую ферму сначала отправим. Вот этого. Палкой установить и этим и бинтом. Двумя бинтами, пускай будет двумя бинтами, да. Олень! Блин, олень! Оленя, как кокнуть? Как кокнуть оленя? Как кокнуть оленя? Начать экспедицию. Так, теперь тебя. Тебя. Книга, игрушка, сухой паёк. Кофейное зерна. Канистра бензина. Погоди, граммопластина. Гвоздь, труба, сухой паёк, одежда. Маленький дом. Давай на маленький дом опять отправим. Давай на маленький дом опять отправим. И давай-ка вот это вот сюда. Вот так она пройдет. Значит, установить и установить. Окей. Да. Так, теперь мотаем. День 6. Дождь. Так, стоп. Привет, Алис, я нашла маленький дом на пустыре, осмотреть место, конечно же. Так, стоп, пацан, пацан, что тебе надо? Кстати, больше нет места для воды. Стирать, стирай. Девка. Чинить, наверное, надо. Что у нас вообще по целостности? Планшет. Спальник, кислородный фильтр. Давай-ка пока что пускай чинит фильтр. Так. Я нашла базу, нашел маленький домик, интересно изучить предметы. Давай. Нейлон. Книга, можно найти ценные знания, а взрослых она снимет стресс. Бензин, разумеется, известняк. Остаточный камень используется для создания предметов. Хорошо. Кофейные зерна. С водой кофейные ароматные зерна получают замечательный чайный кофе. Можно, чтобы утолить жажду усталости. И опять же сейф. Подтвердить. Да. И она дальше пойдет. Так, теперь пацан должен принять душ. Принять душ. И сходить в туалет потом. А, он не может принять душ, потому что чинит. Хорошо, сходи в туалет пока.
Они пока в туалет, а потом иди принимать душ. Принять душ. Восприятие. Хорошо, так. И все. А че он? Погоди, а че он вернулся, у него ничего нету. Начать экспедицию. Это никто. А че у тебя ничего нету? Как-то понимать. Пофиг, пускай он везде тут облазит, блин. На тебе установить, установить. О, что еще тебе установить? На тебе, блин. Отправить, да. Так, все пошли, погнали, давайте. Радио входящее. Я наткнулся на маленький дом, и похоже, что там может быть несколько хороших вещей, но смотри, блин. Мне еда нужна. Из еды никуда. А где пацан? А пацан еще... Пацан, стой. Так, девушка, на складе больше нет места. Воды. Стирать. Иди стирай пока что. Хватит чинить, иди стирать. Принять сообщение. Что-то полезное. Что-то полезное. Что это? Ведро. Лампочка, свет, темнота. Используется для улучшения или изготовления. Известняк. Хороший осадочный камень. Лампочку возьмем, зерна положим, это положим. Мыло используем для значительного улучшения гигиены. Опять сейф какой-то, ведро, известняк, пластина, мыло, песок. Очень для создания предметов. Наверное, вот это все-таки ведро металлическое. Ага. А зачем? Они известны. Ну, забрали, да. А как ее вернуть вообще? Погоди. А девку, что девку? Девка должна поссать. Она стирать идет. Она поссать должна, она стирать идет. Так, ты идешь спать теперь. Спать. Так, ты теперь идешь. Есть у нас нечего-то. У нас-то есть нечего. Никто поесть не принес-то. Радиопередача. Хорошо. Привет на связи. Я наткнулся на маленький дом. Похоже, что там что-то нет. Хорошо, сейчас смотри место, конечно. Так, а ты у нас иди почини. Чинить. 35, 33. Зашибись. Восприятие, ты пришла. Забрать все. Лампочка, лампочка некуда. Подтвердить. Да. 40 единиц опыта, офигеть. Так, еще что-то. Изучить предмет, конечно, давай. Оу! Это хорошо, бревно. Признаки... На нем видны первые признаки гниения, а кора, похоже, обгорела. Привет, небольшое количество дерева. Так, резина нам нужна, это нам надо, это пускай будет. Подтвердить, да. Пока что так только. Так, ты у нас что, спать хочешь? Иди спи пока. Кто-то что-то сказал, кстати. Я нашел магазин цветов на пустыре, осмотри место, конечно. Смотреть карту. Дэвид сейчас. Дэвид сейчас разбирается, где что, как там находится у него. Не-не-не-не, никого не отзываем, никого не отзываем. Чисто смотрим, что где происходит. Так, кое-что полезное, хорошо. Нож, требует 6 сил. Семена, вода, цемент. Веревка, веревка то, что надо. Известняк пока положим, веревку. Бинт, блин, не хочу бинта давать. Нож, нож тоже нужен. Пружина, пружина есть. Ну, 6 силы надо, точность 10. Блин. Это мощнее будет, это мощнее будет. Нож будет мощнее. Резина, веревка, есть вода, цемент, лампочка, истощение света, для создания выдачных предметов, используя для создания предметов. Слушай, я бы хотел бы начать по новой, если честно. Мне интересно, уже я понял, что где как работает, плюс-минус. Ну давай, да, хотится. Работайте. Ходящая радиопередача. Давай, что у нас там? Похоже, вон там есть маленький дом, но мне чуть-чуть не по пути. Хочешь, я остановлюсь на некоторое время и смотрю. Да, конечно, исследуй все, что у тебя есть. Давай топливо. Так, радиопередача. Я наткнулся на церковь, похоже, там что-то есть. Давай взглянем. Конечно. Так, стоп. Нужно что-то, что-нибудь сделать, что у нас есть. Так,
Еще раз, полезное, что у нас полезное. Нейлон. Используя создание предмета, ну, конечно, понятно. Блин, я зря, конечно, их отправляю так просто, да? Конечно, да. Да, я зря отправляю их так просто. Веревка нужна, это надо. Бинт, блин. Знаю, открыть течение. Давай бинт возьмем. Петли. Петли у меня нету, да. Так, пацан, ты где? Пацан, быстро. Быстро этот барсика корми. Кажется, необходимо часть улучшить систему. Да какая улучшение системы, блин, ну ты чё? У нас же сейчас всё это просрётся. Генератор надо чинить, водяной фильтр надо чинить, в конце концов. А чё с тобой? Ой, блядь, и есть хочет, и усталость, и туалет, она, кажется, сейчас помрёт. Если Дэвид сейчас еду не найдет, а он нашел еду. Вредохранитель. Защищает электрические системы от перегрузки, используя систему улучшения для создания предметов. Офигенная тема. Возьмем все, что можно. А почему я не могу съесть? Прямо сейчас съесть. Ну, типа, взял бы, покормил Дэвида, да? Еда. Предохранитель, блин. Ну, предохранитель-то покруче будет веревки, правильно? Наверное. Наверное. Это что? Сейф опять. Ё-моё, набор отмычек. Нет у меня набор отмычек. Так, пацан, значит, ты иди чинить. Значит, ты у нас что умеешь? Ты у нас тоже должна что-то починить, правильно? Генератор иди чини. Чинить. Хорошо, все делают. Спать. Быстро, быстро пошла спать. Стресс. О, нет, похоже, один из ваших укрытия испытывает средства, неподходящие удовольствие. Также может снять стресс с помощью медицинских таблеток. Вы можете использовать таблетки. Погоди, а у кого стресс-то? Стресс у нее? Или у нее? Или у него? У кого стресс-то? У нее все. Все, блин. Подумаешь. А, маленький автозаправка. Маленький автозаправка, прикольно. Вот это я сказанул. Давай быстрее. Быстрее, думай. Опа, кто-то пришел. Прикинь, что-то мне тут с антенной сделал. Радиопередача. Давай смотрим. А что, на заправке ничего не было? Думаю, пес голоден. А я тоже голоден. Слушай, а тут все голодны. Тут все хотят кушать. Давай с мылом. А, изучить предметы. Так. Опять сейф какой-то. Да, конечно, сейф опять. Подтвердить. Да. А ты что хочешь? Жажда. Иди попей. Саша. Ну, блин, ну нет у меня для тебя еды. Слушай, нет у меня для тебя еды. Создать предмет. Может, что-то создашь, а? Ну, реально. Жестяная полка. Ну, блин, давай, хорошо. Нет места в инвентаре, чтобы выполнить действие, освободить место и попробовать снова. Как-то нет места в инвентаре. 32 ящика. Открыть хранилище. И что тут надо сделать? А как эту штуку дать детям? Топливо изжигает. А как эту штуку дать детям? Маленький дом, да? Смотри, иди. У меня все тут срать, ссать хотят и пить, и все. Да иди пей уже, заколебал, блин. Иди в туалет. А, ты что хочешь? Иди пей, блин, уже. Что у нас по прочности? А, в принципе, спальник надо починить и дверь укрытия, и душ. Спальник, дверь укрытия и душ. Значит, ты у нас чинишь душ. Я нашел что-то в этом маленьком домике. Ничего не лезет. Подтвердить. Да. Блин, у меня уже все хотят есть. У меня, ну, двое как минимум хотят есть. И... Что еще? Двое хотят есть, блин, и все. А еду только одну нашел. Думаю, пес... А и пес хочет хавать, ты понимаешь? И пес хочет хавать. Не, все, это хана, это конец. Это ГГ. Это ГГ! Сейчас барсик сдохнет. Вот это обидно. Вот это обидно. Он, кстати, срет везде, смотри. Тут насрано, тут насрано. Он везде насрал.
Сделать предмет. Иди сделай что-то. Могилу. Блин, могилу я не хочу делать. Лестницу. А есть смысл лестницу делать? Создать предмет. Второй, давай. Хорошо, второй. Походный туалет служит для облегчения нужды. Крепкая кровать. Цвет. Помещение тотального ремонта выполняет медленнее. Давай-ка вот здесь. Вот тут. Вот тут. Вот тут. Делай свет. Красавчик. Так, ты что у нас делаешь? Ты у нас должна создать предмет. Надо подумать. Ящик нет смысла. Книжная полка. Тоже не вижу смысла. Огнетушитель, у нас ничего не горит. Очистная проволока. Крытие, ловушка могут быть установлены только для рейдеров. Крысоловка. Мне надо силовой. Силок. Старая ловушка может поймать дичь. Вот так вот надо. Так, пока что пакет иди делай. Ну, пока мужик не вернется, блин. Мужик. Во! Мужик вернулся, прикинь, мужик вернулся. Ого! Восприятие у тебя повысилось на семерочку. Не-не-не-не, это надо, это обязательно надо. Вот так, вот так. И что еще? Рука манекена нафиг тогда тоже нужна. Рука манекена, вот так вот, все. Да. Так, 140 опыта. Восприятие. Восприятие, то есть это имеется в виду. Так, ты что у нас? Спать хочешь? Иди спи. Без проблем. Так, ты у нас что, тоже спать хочешь? Блин, этот хочет и мыться, и спать, и есть. Капец. Слушай, а ты что не ешь? Так ты ж еду принес. Дебил, где еда? Алло, как посмотреть? Как посмотреть? Где еда? А где еда делась? В смысле, где еда делась? Ты ж с едой был. Алло. Все, пизда. И не надо было пить его. Воды. Эти у меня есть. Давай что-то придумаем, что бы сделать еще. Раз. Два. Создать предмет. Ага, бетон, цемента нет. Лампочку тоже я сделать не смогу, прикинь. Блин, пёсика не покормлю. Пёсика не покормлю. Спальник. Наличие в экспедиции спальника позволяет показать, если член увеличивается... Позволяет показателям ее членов увеличиваться на 25% медленнее. Ага. Боксерский мешок. Тренировочный снаряд, развиваешь силу и ловкость. Плохая плита. Работая плита позволяет немного разогреть пищу. Теплая пища удаляет голод чуть лучше. А туалет еще один построить. Не вижу смысла. Ну давай, типа, чтобы нет, ну, смотрим, что где что делает. Парсик сейчас сдохнет один. Травмирующий опыт. Один из ваших членов укрытия травмирован. Это происходит, когда стресс слишком высок, или они становятся свидетелями травмирующего события, как смерть члена семьи. Психологическая травма снижается при помощи лекарств. Вы можете использовать доступные таблетки. Собрать урожай. Я не могу собирать это сейчас, нам нужен холодильник, чтобы хранить мясо. Создать предмет. Могилка. Похоронить. А что здесь вообще? Что у этого сейчас? Могила. Кровать очень повреждена. Так, а ты почини ее. Могила. Я же говорю, это сейчас все будет. Так, что? Жрать. Жрать нечего. Жрать вам нечего. Я истощен. Ну, конечно, ты истощен. Жрать нечего. Вообще офигенно, да? Помыться тебе надо. Сходить в туалет. Зачем тебе это? Сходи это. Помойся. Принять душ. Части, чтобы улучшить систему. Какие части ты что собрался улучшать-то? А ну, погоди.
О! А, не, петли нет. А я могу вот это улучшить, не? Короче, иди, тут связь надо побазарить. Да, конечно. Карл, я только что был на волосок от смерти из-за группы мутантов. Я не могу забежать со всем этим хабаром на себе. Хочу сделать обмен целую кучу. Металл. Давай 4 петли мне, чего бы нет. Это что, успокоительное? Снимает стресс, принятие лекарства успокоит. Ого, успокоительное дорогое. Вода, в принципе, мне сейчас жутко не нужна. Да, вот так, торговля. Да. Только места нет, согласен. Больше нет места на складе, конечно. Стресс. Посмотреть. Хорошо, примем гостей в укрытие снова, хоть они и ругаются нас за то, что у нас постоянно горят светильники. Конечно же, мы же тратим драгоценное топливо. Ага. Что по времени у нас? Что по времени? Погоди. О, время все. А вы скоро сдохнете. Я жду, пока вы все сдохнете. По-быренькому. Чтобы можно было уже начать разговор о новой семье, так сказать. Так, значит, создать предмет. Что я могу создать? Крысоловки. Крысоловки. Зачем мне крысоловки? Ведро и швабра. Нужно для поддержки чистоты в укрытии. Вот это прикольно, кстати. Вот это я зря чуть не поставил. Вот это надо ставить. Как, куда ставить? Где-то тут ставить надо, да? Для того, что у нас есть. Стой. Значит, вот это надо разобрать. И у нас должна, значит, поставить, создать... А она долго будет разбирать, да? Ну, конечно, она долго будет разбирать. А, значит, пацан, ты у нас иди в экспедицию, получается. Передача, начать экспедицию. Сашка, иди, пожалуйста, вот сюда. Да. Тебе вот тебе противогаз установить, пакет установить. Синеньким не горит, значит не надо. А ну-ка, в хранилище. Ага, фиолет, понял. Сила 1, значит не годится. Отправить, да. Так, девушка, вы что хотите? Вы что вам надо? Что вам надо, я не знаю. Коробка для игрушек, которые играют судьи. Давай коробку для игрушек построим. Нет. Отмена. Ваш добавленный инвентарь. Хорошо. Отмена. Один из ваших персонажей страдает от недоедания. Он умрет через 24 часа. Кто умрет? Мужик умрет. Мужик умрет, если его не покормить. Давай. Давай вот это лучше. Так, а тебе что? Ты должна что-то построить. Создать предмет. Ты должна швабру с этим построить. Все. Погнали. Каждый свое делает. Так. Смотри место, конечно. Так, теперь очистить укрытие. Хорошо, улучшить. До второго, до третьего. Мотор, цемент, металл. Типа, ага. Чинить. Потеря здоровья. Член семьи потерял здоровье. Есть несколько причин, почему это могло произойти. Ранение боевое, отправление на реализацию, обесточивание и недоедание. Здоровье восстановит, но если оно достигнет нуля, член семьи умрет. Ага. Так он спит. Что я могу сделать? Он же спит. Создать предмет. Что бы еще создать тут такого? Еще один пакетик, наверное, давай садим. Саша, я обнаружил кое-кого, нам эта церковь, на этом церковь. Мне становится поговорить с ним. Давай поговоришь. Мне кажется, Мари умерла от недоедания, что ли? Опа. Эй, кто это? Нажми, чтобы продолжить. Торговля, нанять. Издевка, бежать, нанять. Я не думаю, что где-то поблизости есть более безопасный метод. Ты хочешь присоединиться к нам? Нанять союзника. Новые союзники входят в укрытие в автоматический режим. Вы можете назначать или занятия, но вы не можете отключать автоматический режим
и посылать их в экспедицию, пока их верность не будет достаточно высокой. Верность со временем учится, но если союзники испытывают наивысший стресс, то покинут укрытие. Автоматически режим можно отключить через 3 дня, через 5 дней вы можете посылать союзников в экспедицию, а через 7 дней... Станут полностью верными, окей. Это то, что нам нужно, хорошо, организованная команда. Люди, как мы, как я, будущие за нами, нанять... Добро пожаловать в группу. Ты будешь честно выполнять свою работу в укрытии. Я думаю, мы очень хорошо уживаемся друг с другом. Это лучше, что ты сказать за весь наш разговор. Дай мне указать, увидим потом на ранчо. Хорошо. Типа я кого-то нанял. У меня кто-то умер, да? У меня Мария вроде умерла, не? Что есть? Почет есть. Почет есть. Радиопередача входящая. Наша база, тебя интересует изучить предмет. Конечно, еда, наконец-то, еда. Это что такое? Стеклянный кувшин. Речь у него можно подтвердить. Да. Надеюсь, ты вернешься побыстрее. Так, значит, тебе надо по-быренькому принять, сходить в туалет. Нет, тебе надо... Блядь, я душ разобрал, я не туалет разобрал. Кабздец, просто кабздец полнейший. Создать предмет. Я могу душ создать? У меня есть тут хороший душ. Пожалуйста, скажите, что да. Ловушка с колиями, офигенно, тяжелая. Ага, веревки не хватает. Имеет шанс остановить незнаного гостя. Ага. Набор старателя. А надо добыть инструмента, наличие экспедиции. Набор позволяет больше принять в шахтах. Ага, хорошо, старателя. А набор отмычек нет? Набор отмычек, наверное, на третьем уровне, стопудово. Средний холодильник. Да, вот набор отмычек, третий уровень, пожалуйста. Так, что тебе надо сделать? Что ты можешь создать? Давай-ка так. В первую очередь. Нам нужен опять душ, блин. Я душ убрал случайно. Перестановка в укрытие. Значит, спальники пускай будут вот тут. Вот тут. А туалет вот тут. И мыться будешь вот тут. Вот так вот. Все. Хорошо. Так. Смысл? Бля. Добавить топливо. У меня сколько места вообще-то? 31, бля. 31 место. Ага, лампочек мало, кстати. Лампочек маловато. Подтвердить, да. Так, кто есть хочет? Ты хочешь есть? Иди поешь. Принять пищу, конечно. А что это? У вас совсем мало еды. У нас осталось совсем мало еды, да. То есть хочешь сказать, ты сейчас сожрешь еду? Я тебе пиздану. Блять, он жрет еду. Отравление. Кто-то страдает пищевым отравлением, он может быть вылечен с помощью самодельного противоядия среди из лаборатории пройти со временем низкого уровня. Изолять пищевым не можно. Поможет загрязнение персонажа на... Ага, то есть ты загрязнен. Иди помойся. Принять душ с мылом. Это хочет есть. Скотина взяла, сожрала все, капец. Взять костюм нет. Начать экспедицию. Сашка, следующий человек, нету никого. Дэвид, Мари, Скотт, Скотта можно, прикинь, чутко спящий, гигиеничный, чутко спящий. Не хочет отправляться в экспедицию, нужно повысить его уровень верности. Назад. Следующий человек, назад. Так, хорошо, отрубаем, да, и еще раз вырубаем. Начать экспедицию. А что, время уже все? А, ну да, точно. Значит, ссылка на поиск в описании под видео. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.